Всем привет-привет! Поселилась в моем доме вот такая вот коробочка. Это коробка из Икеи. Планирую в ней хранить всякие вышивальные интересности. Наборчики, отрезы ткани и все такое. У кого-то видео увидела, что в такой коробочке очень удобно хранить все эти штуки. И себе тоже приобрела. И пришла мне посылочка. Помните, я заказывала с английского сайта наборчики. Вот они уже ко мне пришли. Это цветочный магазин. И конюшня от Body Threads, вот эти дома в разрезе. Ну, я их пока что не планирую вышивать. Вот они у меня будут в этой коробочке лежать. А планирую вышивать я тоже набор, который я купила в этой же посылочке. Вот он, Bed of Roses. Вот как-то захотелось вышить и вот специально для себя вышить. То есть не кому-то на подарок там, да. Вот я как-то больше на подарок вышиваю. Вот захотела специально для себя и в спальню повесить. Вот тут стандартные схемы. И вот такие вот ниточки. Нитки, конечно, цвета. Посмотрите, какие классные. Вот именно цвета такие меня привлекли, чтобы вот сейчас вышивать. И вот еще такие вот. Класс, да? То есть зимой сейчас самое то, что мне нужно. И в этой же посылочке пришел вот наборчик для вышивки закладки. Заказала я его тайно, поэтому нигде о нем не рассказывала, не показывала. Это набор от Майкла Пауэлла. Вот. Взяла, чтобы вышить сюрприз мужу своему. Он меня очень любит читать. Вот такие толстенные, притолстенные книжки читает. Вот она. Обожает он читать бумажные книжки. И вот я ему вышила, вышивала тайком. Это, конечно, надо было видеть. Я как партизанка, значит, мы работаем дома, работаем вместе. Мы все время вместе, вот уже 4 года, да. Мы постоянно вместе. Мы либо путешествуем, либо вот как сейчас на одном месте сидим. Ну, не расстаемся вообще там даже на 5 минуточек. И вот пришлось мне партизанить. На следующий день я взяла, конечно, и просто не стала спать вчера. И вот вчера ночью, да, вышивала. Не совсем мне понравился, конечно, набор. Мне было интересно вообще, как устроены закладки, чтобы потом научиться самой делать. И там вот просто давался кусочек фетра, который нужно было пришить. Ну, я пришивать не стала, я приклеила. Я вначале посадила вышивку на флизелин. И потом вот этот фетр приклеила. Ну, зато я научилась. Как бы я прочитала, что это специальная канва, называется Aida Band. Я ссылку оставлю под видео на нее. И вот я бы заказала этой канвы, да, и я бы сделала вот так. То есть вот в два, да, как бы в два сложения, и чтобы закладочка была двухсторонняя. И тогда можно пришить аккуратненько. Тут край обработать. И все. И будет намного, мне кажется, даже аккуратнее, чем вот так. Ну, в принципе, и так мне пока что нравится. Первый опыт, так что. Мне кажется, хороший подарочек вот на День Святого Валентина. Я, получается, вышла, в принципе, за вечер ее. То есть, когда я вот это партизанила, я только вот это дно вазы вышила. Все. Все остальное вот я вчера вечером сделала. Там буквально за несколько часов. Так что имейте в виду, кто хочет сделать небольшой, но приятный сюрприз своим любимым, близким. Вот. Можно подарить хорошую книжку. Вот у моего мужа все вот такие, они огромные. Видите, да, какие толстые. То есть можно подарить хорошую книжечку и закладку. Вот у него в серии есть еще вот такие, вот такая вот закладочка. Я вот хочу ее вышить. Как бы в наборе было много, достаточно ниток. И даже еще остались нитки. И пару цветов вообще не использовались. Я так и не поняла, зачем они там. Может быть, для вышивки вот этой закладки. Они просто комплектуют одинаково наборы и все. Ну, не знаю. В общем, посмотрю. Буду теперь сама вышивать закладочки. А вы вышивали закладки? Если да, то делитесь ссылочками или видео, в которых вы рассказываете об этом. Я думаю, на этом все. Всем спасибо. До новых встреч.